Жарим рыбу. Щуку помыли, потрошили, нарезали на кусочки, обмакнули в пакет с мукой. И теперь выкладываем на сковородку. Так, с одной стороны зарумянилась, переверну на другую сторону. Потом снова поверну, прожарю хорошо, чтобы она равномерно прожаривалась. Щучка вкусная очень. Готова наша щука. Выкладываю в тарелочку. Вот такая рыбка. Очень вкусная. Всем приятного аппетита!